жарче и жарче становится вот здесь, на этой сцене. И следующий наш конкурсант, мне нашептали, что он уже не в первый раз участвует в нашем конкурсе. И каждый раз он был не особо удачлив, друзья, я вам честно признаюсь. Но в этот раз, чтобы, так сказать, победить всех и разорвать, он решил немножко сменить свой образ, немножко сменить свой облик. Ну что же, встречайте. Владимир Парфенов. Аплодисменты Владимиру. Вот он, Владимир. Добрый вечер, господа. Наконец я добралась до вас. Владимир, вы знаете, вот усатых бабушек я видел два раза в жизни. Кончита Вюрст и вы. Мы молодые прокладываем дорогу, а мы за ними следуем, молодой. Как-то вы не на мой вопрос ответили, а на какой-то другой в вашей голове. Но, впрочем, не важно. Давайте знакомиться. Что вы пишете о себе? Чемпион по количеству участия в караоке-конкурсах. Такие есть? Караоке-конкурсы? Спасибо, Жалина. В сельских клубах? Ну, знаете, судя по количеству блёсток на вашем костюме, вы явно не из сельского клуба. Вы откуда-то... Ну, так хотелось в столицу-то, удивитесь. Из глубинки-то приехала-то. Заканчивается, давайте всё-таки. Чемпион по количеству участия в караоке-конкурсах, оптимист по жизни. Конечно, оптимист, иначе бы форму ты не сохранила бы в такие годы-то такую. И как ты думаешь, молодой? Я, знаете, никак не думаю рядом с вами, у меня как-то отключается этот функционал организма. И следующее, что вы пишете, оптимист по жизни, адвокат. Прости. О, люблю судить, люблю, мои годы доживешь, всех засудишь. Вы знаете, судят обычно не адвокаты, судят обычно вот все-таки судьи, а адвокаты они несколько... Защищают. Да, спасибо. Я надеялся, что Владимир сам ответит мне на... Ну, сюда-то мы что же выступаем? Ну, придумали, что вы адвокат, и как бы, слава богу, ничего страшного, мы не обидимся. Нормально. Да. Ладно, впрочем, желаем Владимир удачи. Сегодня суд жюри у вас судить. Желаем удачи адвокату Владимиру Парфенову. Аплодисменты поддержим. Но не дам, что ты хочешь.
Прекращается, что вы беспредел устраиваете? Илья, простите этого безумца, извините. Простите. Давайте я микрофон передам членам жюри. Сейчас, Илья, одну секундочку. Владимир, я не знаю, как вас называть. Мархута, Мархута. Мархута? Да. Бог ты мой. Мархута. Бабуль, за ваше здоровье. Нет, это я. Вот сразу. Это какой человек? Даешь стакан, сразу тянется. Все тянут так пока. Без бокала, потом, есть бокал. Без бокала, нет бокала, поговорчик. Идите проверить, есть у них водка на столе или нет. Водки нет. А это, где бокал? Наливаешь ним. Вот судя по вашему голосу, водка есть. Так, давайте все-таки. Так, ну, Владимир, давайте слушать, что же нам скажут наши члены жюри. Илья, пожалуйста, если можно, как можно покороче. Если можно, как можно. Да. В данном случае нельзя покороче. Понимаю, да. Хочется сказать. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер, молодой. Вы, да, ветеран Краснобаев шоу. И ветеран осеннего марафона. Вы так изменились, Владимир, знаете. До 80 лет кто-то живет, и ты уже так у вас каждый год за 10, по-моему. Мне такое... Марафон дает. Мы не так давно виделись. Я еще молод, а вот вы прям молодец. Да, хорошеете и в вокальном плане. Тоже, я смотрю, вот эти конкурсы ваши караоке, они не прошли даром, да, и в вокальном плане вы тоже совершенствуетесь, не только в вашем образе. Ну, повеселили вы нас, конечно, изрядно. Я даже не знаю, помимо вокального конкурса у нас еще теперь конкурс такой, конкурс пародистов, да? Сейчас я позову Григория, одну секундочку. Да, вот, это будет как раз кстати, да, ну а пока я поставлю вам оценку. Оценка 9! Оценка 9! Оценки тоже меняются. Помните, с чего мы начинали с вами? Там семерок, пятерок? Да. Ростов, значит, молодой. Пока Илья передает микрофон, Владимир, как вы сами оцениваете ваши шансы на победу в этом году? Да Бог оценит, мы не загадываем, мы уже мудреные опыт. Интересно, что нужно сделать, чтобы он вышел из образа? Как? Ладно. Людмила. Сделайте ответ, как бы, артисту. Ну, что я хочу сказать. Я так поняла, что это одна из бурановских бабушек, начавшая сольную карьеру. Нет, она просто сбежала. Это бабушка-робот. И к тому же морально устойчивая. Я думаю, вы скажете, морально устарела. Нет, устойчивая морально. И это уже большой-большой плюс. Вокально мне понравилось. И я думаю, что в принципе... Да не в принципе, а действительно. Краснобаев шоу такие таланты нужны. Поэтому моя оценка 9. Оценка 9. Это вторая девятка для Владимира. Здорово. Михаил, добавьте немножко негативных ноточек. Да, это я могу себе. Спасибо. Но не в данном случае, поскольку вы репертуар подобрали, судя по реакции зала, правильный. И тенора всегда редкость, так что 8. Оценка 8 от Михаила. Владимир, мы с вами хорошо идем. Посмотрите, мы так и до Берлина, что называется, доберемся. Все выиграем. Светлана, помогите нам дойти до Берлина. Артистично, оригинально. От своей манеры
исполнения не отошли, я помню ваши те выступления еще. Когда вот такой под стол ходили. Всем поднял настроение или подняла. Тут сложно. Браво, Володя. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вот, десятка. Владимир, давайте с вами договоримся, что Светлана браво Володя сказала мне, а десятка вам. Жаина, пожалуйста. Ну, Владимир меня знает уже давно. Очень давно. Как я оцениваю, тоже знает хорошо. И все мои комментарии, мне кажется, уже он учел. Вот. А Владимир молодец, на самом деле. Он из себя придумал образ, сценический костюм подобрал, имя придумал, да, Мархута, если не ошибаюсь. То есть, как он зашел сюда к нам в зал, он уже начал вот включать вот эту Мархуту, и до сих пор он продолжает не выпадать из образа, что крайне важно. Это делает артиста артистом, не выпадание из образа. И всю песню он абсолютно четко как бы нам давал понять, что он только в роли бабушки сегодня выступает. Мы не видим Владимира. Я в это глубоко поверила, поэтому ставлю 10 баллов. Еще одна десятка для Мархуты. Давайте теперь, наверное, говорим вот так вот, да? Мархута, Мархута. Ну что же, Елена, как вы себя чувствуете? Прекрасно. Прекрасно. Давайте резюмируем. Сколько же баллов получила Мархута? 46 баллов. 46 баллов. Здорово. Это классная заявка на победу. Аплодисменты Владимиру Парфенову, нашей Мархуте. Для 80 годков надо 80 баллов. Мархута, ваши аплодисменты. Спасибо, спасибо.